Закончилась встреча 1/16 финала чемпионата России по футболу в формате 8/8. Тройка против СПЦ. Со мной представитель, игрок тройки Марк Пуцко. Марк, 1-0. СПЦ у нас действующий чемпион, теперь уже сложил полномочия. Расскажи, пожалуйста, пару слов, как сложилась игра. Была тяжелая игра. Естественно, на этой стадии легких матчей, я думаю, не бывает. К сопернику готовились, как бы, естественно, слышали, что они выигрывали. Вот. Но как бы мы тоже приехали сюда не номер отбывать. Поэтому настраивались, вот, постарались не допустить ошибок, которые у нас в группе случились. Был легкий недонастрой. Вот. Но сегодня все проявили самоотдачу. Наша команда в первую очередь славится именно самоотдачей. Вот. Поэтому, пройдя такого соперника, будем стремиться только к самым высоким местам. Ну вот, к недонастрою и небольшим ошибкам на групповом этапе ВЗТМ Вати проиграли в этой команде. Расскажи, пожалуйста, что Михаил Ростопчин сказал вам после этого матча, потому что уже в следующей игре забегали вы совершенно по-другому. На самом деле нас расслабил очень первый матч. Мы выиграли очень крупно, показалось, что будет очень все легко, что мы здесь на голову всех сильнее, но потом нас опустили на землю. Соперник попался очень крепкий. Вот, как бы разобрали все ошибки, посмотрели, подсказали, где кому можно прибавить. Вот. Ну и в первую очередь мы просто командный дух проявили, потому что такого соперника, который сегодня был, по-другому обыграть было бы тяжело. Ну и вы выходите в 1/8 финала на победителя пары Акрас Диа Алекс Строй. Знаешь ли что-то об этих командах и как будете готовиться вообще к этим матчам? Ну, если честно, об этих соперниках именно информации немного, как бы они не такие известные, да, как другие команды. Но я думаю, что слабых команд, как я уже говорил, не осталось, поэтому будем настраиваться. Сейчас постараемся посмотреть их матчи, какие там получатся за это время. Вот. Ну и посмотрим лично их игру. Отлично. Марк, ну что, спасибо и с победой еще раз. Спасибо.